Ром, как настроить? Судя по улыбке, самое прекрасное. Да, если надо гонять, это супер. Всегда радуемся, когда по вес 2, когда 3. Еще лучше. И не знаешь, можно говорить это или нет, что про вес 3, но вес не гоняем. Еще одна позитивная причина, как вот бывает, пришел первый снег, в Москву пришла борьба. Тоже это интересно. Это точно, в Москву пришла борьба, и она пришла очень, очень давно уже. Вот, а сегодня еще более знаковое событие для мира борьбы, для всего борцовского мира и борцовского братства. Очень хороший турнир, большой праздник спорта. Завтра, я уверен, будет много желающих, много зрителей, будет почетно, и все получат большое удовольствие от борьбы. Я ехал в метро и просматривал три твоих схватки с Виктором Невишем. Все тяжелые, все тяжелые. Я, честно говоря, много уже ночей продумываю план схватки. Честно говоря, не так много у меня не попыток, а вариантов, потому что уже отработана схема, но, опять же, это тот спортсмен, с которым нужно полностью уложиться. Это очень выносливо, сильно физически, и нужно приложить все усилия, чтобы забрать победу. Несмотря на то, что Виктору Немишу ни разу не удавалось тебя перебороть, он принципиальный соперник? Да, принципиальный, потому что каждая встреча она была очень тяжелая, и это чемпионов мира просто так не бывает. Это сложный спортсмен, это очень опытный, важный игрок. Не участвовал, у него одно участие, и один получается цикл, он был практически лидером, я не знаю, почему он попал там вследствие каких-то событий, но это один из мировых лидеров. Как гласит известная мудрость, если у тебя есть зачем, то ты найдешь любое как. Вот Роману Власову победа на Кубке Алроса для чего? В нашем спортивном пути нет такого для чего. Есть надо, всегда надо. Всегда тебя ждут. Чем больше у тебя титулов, чем больше у тебя истории в спорте, тем больше болельщики от тебя ожидают. Поэтому в моем случае никогда не было легких путей. И всегда от меня ждут хорошей, яркой, продуктивной и, так сказать, насыщенной борьбы, да, с приемами, с действиями. Вот, поэтому настрой максимальный. Это сегодня, как и чемпионат мира, цикл начался олимпийский. Вот, а у нас цели попадать на третью Олимпиаду. Поэтому каждый шаг – это ступенька на пути к третьей золотой олимпийской медали. Яркого зрелища и красивой борьбы.